Ребята, все вы в курсе, что у нас будет, собирается строить АЭС. Я против. Почему я против, я объясню, и меня, наверное, очень многие поддержат. Когда строили ЛРТ, деньги украли. Когда строили Экспо, деньги украли. Наши чиновники умудрились в период пандемии затарить лекарства на складах. И вы хотите сказать, что при строительстве АЭС никто не стырит деньги? Да еще как стырят. И у нас будут громкие такие дела, и все казахстанцы будут охать и вздохать, какие у нас коррупционеры. Там пару человек посадят для видимости, и все. Ну скажите мне, что я ошибаюсь. Вот напишите мне в комментариях, ошибаюсь ли я или нет. У нас практика такая, понимаете? У нас ни одно строительство не обходится без коррупции. Я не знаю, почему это. Почему это происходит? Вы напишите. Еще самое интересное, что меня лично, извините за прямое выражение, жаба давит, если чиновники набьют себе карманы. Они и так кучеряво живут.